Ну вот он, дом Ивановых. Спасибо, дед, ступай с миром. Не-не, я здесь побуду, всю жизнь мечтал на раскулачивание поглядеть. Добрый день, молодые люди. А вам кого? А, Борис Павлович тут проживает. Ну, где есть? У нас тут предписание имеется. Ознакомьтесь, пожалуйста. А я без очков не вижу. Да, короче, освобождай помещение. Это там сова, что ли? Ну что? Как все прошло? Выкинули его из дома? Да не очень. Он ворота закрыл и не выходит. Ну так ломайте ворота к чертям! Но это незаконно. Вдруг он ментов вызовет или еще кого похуже. Кого похуже? Дьявола? Ломайте, говорю! Если что, ссылайтесь на меня. Все. Короче, надо ворота ломать. Я извиняюсь, что влезаю. Ребята, у меня случайно визитка тракториста есть. Интересуется?